Поверьте нам, мы любим эти игры, наши игры. Это по мне, любим эти игры, наши игры. Футбол на улице. И в футболе опять поищи ее. Да прямо на улице. А только забивай ворота, мячи. Уроки закончены, скорее мять подушку, иду я к друзьям. Наши игры на улицах вас беспокоят, не нравятся вам. Постарайтесь нам это простить, ведь пускай в карманах ветер свистит. Не стоит жалеть нас, для нас важнее хороший пас. Всего важнее хороший наши пас. Игры. Так, выключи. Кто сегодня дежурит? Кажется, очередь близнецов. Тот или другой, без разницы. Главное, что не я. Нет, между техом и но есть разница. Надоело. Привет, Но. Я не Но, я Тех, разве не видно? Извини, Тех, я не узнала тебя со спины. Мне надоело, что нас все время путают с братом. Привет, девчонки. Сегодня мы просто обязаны выиграть. Если не пройдем отбор, можно попрощаться с чемпионатом мира. Спасибо, Тех, я страшно голоден. О нет, просыпать соль — плохая примета. Будет неудачный день. Надо же, какой ты суеверный. Минуту внимания, пожалуйста. Всем привет. Вот программа на сегодня. Нильские фараоны против токийских манго. Белые медведи против орлов. И блюз против шотландских кельтов. Эту команду пока никто не обыграл. Да, никто. И сегодня это не изменится. Привет, я Сандра, капитан кельтов. Если они все твоего роста, вас ждет полнейший разгром. Ха-ха-ха, посмотрим. Не лучший момент задирать ее, Джереми. Нас-то обыграть можно. Мы должны потренироваться. Как насчет пустыря? Эй, дед, я вас догоню. Схожу в каюту за мячом. Но мы идем на мост. Скажи своему брату, чтобы приходил, когда закончишь. Я Тех, и я не буду ничего заканчивать. Извини, приятель, мне жаль. Что это с ним? Обычно его не волнует, что нас путают. Не переживай, ерунда. Пройдет. Эй, наш мяч пропал! Ты хорошо искал? В вашей каюте такой беспорядок? Да, я всегда кладу его под кровать. О, черт! С утра сплошные дурные приметы. Ты прав, Тек! Без вашего талисмана мяча вам крышка! Нам не нужен талисман, чтобы обыграть тебя и твою команду. Вам не победить! Вот как! Идите сюда, ребята! Это Лиам, по кличке Грузчик. Он несокрушим, настоящий амбал. А вот Нил, по кличке Зверь. Настоящий здоровяк для своих 13,5. А это Джеймс, он же Стрела. Один из лучших спринтеров на соревновании. И, наконец, Шон, по кличке Угорь. Быстрый, как молния. Тебе что-то нужно, принцесса? Нет, Лиам. Я просто хотела, чтобы наши друзья из команды Блюз увидели, кто их прикончит. Мы должны потренироваться и разработать стратегию до начала матча.
Эй, акула, одолжишь нам свой мяч? Наш исчез. Не потеряйте. А где Тех? Где он пропадает? Не может быть. Эй, Тех, это волосы или шляпа? Что это за ерунда, Тех? Фу! Так меня даже со спины не перепутают с тобой. Но тебя никогда не волновало, что нас путают? Мы столько раз потешались над этим. Подумаешь, теперь это все в прошлом. Насчет предстоящего матча. Я хочу поставить близнецов играть на двух флангах. Не близнецов. Ты поставишь играть Теха и Но. У нас есть имена. Теперь мы разные. Я понятно выражаюсь? За дело. Сыграем матч. Техно нападающие. Габриэль, Самира и я в защите. Элоис на воротах. По местам. Ладно. Ладно, ладно. Тех, пасуй мяч. Так не пойдет, приятель, ты тут не один. Что за ерунда, Тех? Если хочешь играть один, займись теннисом. Правда, Тех, футбол командная игра, помнишь? Не время сейчас спорить. Если мы собираемся выиграть у кельтов, вы должны играть слаженно, близнецы. Не близнецы, я же сказал. Я буду делать, что хочу. Если мне нравится, играйте без меня. С тех пор, как мы посеяли мяч, нам не везет. Если хочешь, Тек, вернемся на корабль и поищем вместе. Он должен быть где-то там. Да, хорошая мысль. Мы должны найти его до игры. Я постараюсь вернуть Теха. Тех, подожди! Вот такие тренировки мне по душе. Ой. Хватит бездельничать. Мы сюда пришли не в носу ковырять. Когда мы уходили из каюты утром, он был там. Я уверен. Значит, кто-то взял его во время завтрака. Помнишь, в столовой девочка из кельтов заметила, что ты суеверен? Это, возможно, натолкнуло их на мысль. Ведь в нашем блоге сказано, что мяч очень важен для нас. Да, возможно, ты права. К тому же она ушла раньше, чем закончила дежурство. Да, наверное, это она стащила мяч, чтобы мы почувствовали себя неуверенно перед матчем. Нам нужно с ней побеседовать. Кстати, Лоис, ты видела, кто тренируется на пляже? Тебе не понять. Люди постоянно путают меня с братом. Это как, если бы меня было двое. Нет, мне не понять. Я бы дорого отдал за то, чтобы иметь брата. У нас с Но разные характеры и разные вкусы. Даже в футбол мы играем по-разному. Но нас все равно путают. Для меня это проблема. Я должен отличаться от него. Даже если ты хочешь отличаться от брата, это не должно тебе мешать играть в команде с ним, с нами. Сегодня важный матч. Ты должен быть на высоте. Ух, не слишком нежно. Что, Брюс, пришли поучиться играть в футбол по-шотландски? Нет, мы ни у кого не собираемся учиться. Сандра, это не ты ли случайно позаимствовала наш счастливый мяч? Может, да, а может, нет. Определенно, ты очень суеверен, Тег. Ты что, досаждаешь нашей принцессе, мелюзга? Брось, Нил. Мы с Тегом разговариваем. На твоем месте я поискала бы его в машинном отделении. Может, он там? Кажется, там обитает призрак какого-то механика. Но, может, ты боишься идти туда? Хочешь, я схожу с вами? Спасибо. Нам помощь не нужна. Все уладится. Нет, я в это не верю. Вот уже несколько дней он противоречит всему, что я делаю. Но разногласия между братьями – это нормально. Эй, артист, ты помнишь о нас хоть немного? До сих пор нам даже не нужно было говорить друг с другом. Достаточно было одного взгляда, особенно в игре. Вам мешает играть не то, что он стал подчеркивать свое отличие от тебя. Посмотри на остальных, они разные, но они команда. Джереми! Что? Мяч! Держи, вот твой мяч! Эй, ребята! Готово. Можно вернуться к тренировке. Фух, здесь так мрачно и пахнет плохо. Ты правда думаешь, что нам нужно идти в машинное отделение? Да.
Может, она и правда спрятала его там. Лучше проверить. Ага. Кажется, кто-то идет за нами. Ты веришь в эту историю с призраком из машинного отделения? Нет, это ерунда. Держи. Но я думаю, что мы легко можем заблудиться в этом лабиринте. Постой, у меня идея. Я оставлю метки. Так мы без проблем сможем вернуться. Что ты делаешь, Но? Я тебя пасовал! Но ты не смотрел на меня! Я думал, ты пасуешь Джереми! Я что, должен тебя письменно извещать перед пасом? Обычно ты смотришь на меня, и я все сразу понимаю. Ладно, прекратите оба. Смотри, мы пришли. Постой, не оставляй меня одну! Вот так. Мог бы подождать, пока я займу свое место. Нужно быстрее бегать. Стоп! Дружба, уважение, солидарность, ребята. Вы забыли девиз уличного футбола? Ладно, заканчиваем тренировку. Все равно пора перекусить. Я не знаю, где мы. Тек, кто-то стер указатели. Отлично, неприятности продолжаются. Ты думаешь, что это призрак? Элоиз, не надо верить во всякие глупости. Думаю, нам туда. Нет, сюда. Кажется, нас провели. Сандра отправила нас сюда, мы как два болвана послушались. Учитывая напряженные отношения между братьями, лучше им не играть вместе. Да, думаю, будет лучше им выйти в разных таймах. Вы с Джереми тоже сможете играть. Я поговорю об этом с Тегом. Кстати, где они? Матч скоро начнется. Мы здесь уже были. Мы должны найти выход. Матч вот-вот начнется. Да куда они пропали? Скоро начало. Хулиганы всегда идут впереди. Вооруженные верой, которые верно служат, их флаг развивается на ветру. Думаешь, они одолжат мне его на юбку? Тега и Лоис нет. Слушай, мы не можем подождать еще немного? Нет, прости, Габриэль, это невозможно. Мы должны начать вовремя. Я встану на ворота. А вам двоим лучше бы договориться. Иначе все пропало. Габриэль, держи мои перчатки. Спасибо, Тони. Все готовы. Это, ребята, вам от Теха. Пасуй мяч! Нарушение, акула! Немного агрессивно, но задето плечо, он играет в мяч. Да! Бульдозер, мальчики! Вперед! Никакой пощады! Бульдозер! Они форсируют! Нужно их окружить! Каждый со своей стороны! Гол! 1-0 в пользу островных кельтов! Сегодня мы будем ужинать в Абердине! Глазго, идет дождь!
поймаю! Да! Гол! Акула! Было нарушение! Они напали на вратаря! Ты не разглядел, Джереми. Габриэль сам облажался. И 2-0 в пользу шотландцев! Не слишком рано! Вот и выход! Тех, сюда! Я один! Нарушение! Осторожней, кельты, это футбол, а не регби, ясно? Еще одно нарушение и карточка. Да ладно, судья! Это ведь не фигурное катание. Пусти, Самир. Я его пробью. Но я делаю это в 10 раз лучше, чем ты. Если Тек сейчас не появится, чтобы заменить Теха, нам придется туго. Все, довольно, Тех. Ты играешь сам по себе, изображаешь звезду. Что с тобой? Ты на себя не похож. Да что ты говоришь? Я больше не такой, как ты. Я изменился и делаю, что хочу. Но мы играем в футбол, помнишь? Это командная игра. Эй, кто это сделал? Я ему задам. Отлично, кажется, ему лучше. Делать мне больше нечего. Они на грани. Продолжаем в таком духе и порвем их на части. Сейчас нужно усилить давление. Эй, ты, не тронь моего брата, горилла! Ой! Как ты, Джеймс? Какая жертва? Да, мои братья готовы на все ради меня. Что? Твои братья? Все шотландцы, братья и сестры? Так и не скажешь, они такие разные. Разные. Но они дополняют друг друга, как вы двое. Посмотрите, что вы сделали, чтобы дать отпор этим грубиянам. Так и надо играть. Тек, Элоиз! Конец первого тайма! Пятиминутный перерыв! Где вас носило? Ну что, Тек, нашел свой мяч, талисман? Потому что он вам чертовски нужен. Игра не зависит от талисмана, Сандра, и ты это сейчас поймешь. Ой, как страшно! Ладно, команда, мы должны сыграть в полную силу и проучить этих ребят в килтах. Так или иначе, вы пришли вовремя, потому что я больше не выдержу на этой позиции. А я на воротах настоящее решето. Теперь, когда эти двое вернулись, нам придется попотеть. Вы ведь хотите сделать приятное любимой сестренке, правда? Да! Тогда порвите для меня этих блюз! Да! Внимание! Дело не только в этих качках. Их игра основана на физической силе, на внушительной защите. Оба их здоровяка слишком медлительны для нападения. Нужно нейтрализовать их защиту и оказаться один на один с вратарем. А он, между прочим, он так же хорош, как и я. Победа за нами! Давайте покажем им! Да! Прости, но я сегодня отвратно вел себя. Но я понял одну вещь. Можно оставаться разными, но при этом иметь много общего. Да, старик. К тому же мы с тобой никогда не были одинаковыми. Я всегда был гораздо симпатичней. Да, хорошо, Сэм. Сейчас! Да, вперед, блюз!
2-1 в пользу юбочек! О, простите, в пользу кельтов! Да! Где вы были? Вы бросили меня одну! Не во второй раз, ребята! Вперед! Отберите у них мяч! Я справлялся! Ой! Эй! Так не пойдет! У тебя что, горшок вместо мозгов? Я не в обмороке, у меня просто ягодицы болят, придурок. По местам, ребята, покажем им реактивную ракету. Хорошо, он мой. Да! 3-2 в пользу островных гейтов. 3-2, этого мало! Уничтожьте их! Все, хватит. Проучим как следует эту маленькую ведьму. Техно, вы нужны впереди. Без проблем, Тек. Рассчитывай на нас. Возвращайтесь! По местам! Да! Счет сравнялся. Осталась минута до конца матча. Они переставляют своих горилл. Техно с краю. Самира со мной к воротам. Игра окончена. Блюз выиграл у кельтов со счетом 4-3. Ура! Молодцы! Поздравляю, ребята, вы были супер! Да! Успокойся, принцесса. Просто блюз были лучше нас, вот и все. Нужно честно играть. Как приятно видеть наших любимых близнецов такими гениальными и такими разными. Да, а теперь мне пора избавиться от этого дурацкого чопчика. Держи, Тек. Я возвращаю тебе твой мяч. Я заходил к тебе в каюту утром, но вас не было. Так что я позаимствовал его у тебя, потому что у нас была игра с друзьями, и мы хотели быть уверенными в победе. А? Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году. Fin de corps, lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal, on doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot.